Лети ко мне по небу чистому, да по ветру быстрому. Я тебя жду. Я никуда не поеду. Ваня, это твой проект. Мои планы вообще кого-нибудь волнуют? Ваня, это не обсуждается. В его планы входит собрать информацию по будущей застройке. А их цель – сделать все возможное, чтобы не пустить его в лес. Там опасно. В лесу он может встретить тебя. Посчастливилось принцу встретить прекрасную принцессу. И сердце его забилось любовью, и стал преображаться мир вокруг. Я люблю тебя. Что с тобой происходит? Нельзя рубить лес. Она заколдовала вас, Иван. Вы всю жизнь будете подчиняться ее настроению. Ты любишь меня? Я не хочу, чтобы мной кто-то управлял.